В Рыбинске подорожал студенческий проездной. Вместо прежних 600, теперь его стоимость составит 700 рублей. Такое решение приняло предприятие «Рыбинск Электротранс». Дело в том, что цена на студенческий проездной не регулируется областным департаментом. Снизить затраты на троллейбус рыбинским студентам было инициативой самого предприятия. С сентября же накинули 100 рублей. На автобус в Рыбинске студенческого проездного нет вообще, только школьный и обычный общий. Их стоимость, как и сама цена проезда, не изменилась. Ярославль пока не планирует никаких повышений. Сейчас идет формирование бюджета на будущий год, так что не исключены коррективы.